Тарельчатый клапан Голубева предназначен для установки в надувные лодки, аттракционы, спортивные снаряды и другие надувные изделия. Является одним из самых популярных воздушных клапанов и де-факто стандартом в России. Не требует использования клея для установки, легко меняется в случае необходимости. Состоит из стакана, который устанавливается внутри надувного изделия, собственно клапана в сборе и крышки, соединенной с клапаном с помощью шнурка. Сам клапан имеет тарельчатый запорный элемент, соединенный с подпружиненным штоком. Масса клапана 60 граммов. Для накачивания или откачивания воздуха необходимо присоединить шланг насоса с соответствующим коннектором, идущим в комплекте с надувными изделиями. Для этого нужно открыть крышку клапана вращением против часовой стрелки, вставить коннектор в отверстие клапана и повернуть по часовой стрелке. При этом будет ощущаться упругое усилие, и коннектор прочно закрепляется в отверстии. Чтобы зафиксировать клапан в открытом положении, нужно нажать на шток и повернуть его, удерживая нажатым. Закрытие клапана осуществляется поворотом штока с его отпусканием. Открытие клапана осуществляется автоматически при присоединении коннектора, поэтому предварительно открывать клапан при накачивании изделий не требуется. При эксплуатации нужно избегать попадания грязи и песка в отверстие клапана. Это может со временем вывести его из строя. Клапан Голубева не предназначен для использования с мешком насосом, так как имеет сравнительно небольшое переходное сечение. Лепестковый клапан предназначен для установки в малые сверхлегкие лодки и покрафты. Отличительной особенностью является наличие в качестве запорного элемента легкого эластичного лепестка, что в сочетании с большим перепускным сечением делает возможным надувание изделий с помощью мешка насоса, который в свою очередь является рекордсменом по соотношению производительности и собственной массы. При весе в 160 граммов мешок-насос надувает покрафт длиной 2,5 метра менее чем за 3 минуты. Клапан весит всего 20 граммов, устанавливается в лодку вклеиванием. Максимальное давление составляет около 250 миллибар. Превышение этого давления может вызвать прогибание лепестка в обратном направлении и открытие клапана. В избежание этого не следует превышать указанное давление, а также всегда тщательно закрывать крышку после надувания лодки. Выпуск воздуха из изделия осуществляется нажатием на лепесток клапана с непродолжительным удержанием. После падения рабочего давления клапан перестанет препятствовать выходу воздуха. Кроме мешка насоса, идеально подходящего к этому клапану, можно использовать и другие насосы, например, с коннектором от клапана Голубева. Но в таком случае при нагнетании воздуха требуется удерживать коннектор в отверстии клапана.